Восточные принты на брюках, аксессуары из войлока и шарфы с национальным орнаментом. Сегодня этнические мотивы в своих коллекциях активно используют дизайнеры центральноазиатских стран. По словам кутюрье, необычные стилистические решения, основанные на народных традициях, вызывают интерес у современных модниц. Сейчас наши дизайнеры делают, внедряют старые материалы, которые использовали наши бабушки, да прабабушки, предки, в принципе, для создания новых, абсолютно необычных вещей, и носибельных, и больше к творчеству, к искусству, да, вот, к высокой моде. Все это очень-очень важно. Очень важно все-таки внедрять наши культурные особенности, наши материалы, наши, возможно, принты или цветовую гамму. Не секрет, сегодня для многих дизайнеров этностиль стал некой своеобразной визитной карточкой в мире прет-а-порте. Ведь у него есть свои особенности. Одна из главных – изготовление одежды и обуви только из натуральных тканей и материалов. К примеру, из шелка, хлопка, шерсти, кожи или льна. Нестандартные, но яркие работы молодых модельеров центральноазиатского региона позволяют им с успехом осваивать новые фэшн-пространства. И даже более того, вдохновлять зарубежных коллег по цеху. Вы знаете, года три назад вышла коллекция Дрис Ван Нотена, она вышла с узбекским узором. И все очень удивлялись, и всем было очень смотреть на это, что такое дизайнер вышел с таким национальным орнаментом. Вдохновляются все дизайнеры мира, они вдохновляются именно Центральной Азией. Специалисты в сфере моды делятся. Для того, чтобы быть в тренде, не обязательно надевать национальный костюм. Достаточно украсить образ небольшой деталью с этническими мотивами. Тем более, что дизайнеры делают все необходимое, чтобы удовлетворить запросы отечественных модниц. Я думаю, что в каждой стране и каждой стране присуща своя история, которую обязательно через искусство, через дизайн нужно показать. И, опять же, это достояние любой страны. Поэтому у Казахстана есть очень большое состояние, которое нужно обязательно передавать через моду. О том, как центральноазиатские мотивы могут удачно переплетаться с европейским стилем, свидетельствуют ежегодные недели моды. Они проходят не только в регионе, но и за его пределами. При этом все чаще зарубежные кутюрье отталкиваются от старинных образов, демонстрируя особый дух центральноазиатского этностиля.